Что такое стресс, как с ним бороться и можно ли им управлять? Семинар «Стоп стресс» для мам с особенными детьми прошел в Щелковской библиотеке семейного чтения. О методах борьбы с повседневным стрессом и психологическими проблемами рассказала руководитель Центра дела Даниловой Ирина Данилова. Мероприятие состоялось при поддержке депутата Государственной Думы Александра Толмачева и молодой гвардии Щелкова. Зачастую в новых реалиях наших современных, конечно же, мы понимаем, что стресс может превратиться в дистресс и стать чересчур огромным. И тогда мы должны сказать стрессу «стоп». 60% стресса убирается, когда мы читаем хорошую литературу, особенно классическую. Мы должны работать с эмоциями, мы должны уметь работать со своим телом, конечно же, заниматься правильной физкультурой, мы должны работать с чувствами. В формате диалога участницы семинара поделились своими проблемами, получили индивидуальную психологическую поддержку, рекомендации по поведению в стрессовых ситуациях и преодолению возможной депрессии. Любая мама испытывает стресс, особенно когда мама воспитывает ребенка с особенностями развития. Вот, как бы мы там ни скрывали, да, этот стресс, но он присутствует, и с ним нужно бороться. Вот мы решили как бы пригласить Ирину Александровну именно в нашу организацию, да, чтобы могли уделить внимание конкретно вот нашим проблемам. Если вы ощущаете, что вы или ваш близкий испытывают трудности в жизни, не стоит пренебрегать возможностью обратиться к специалисту. Евгения Харытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.